Информация, которую вы добыли на Титане, подтверждает, что Тихоокеанского командования больше нет. Китайцы уничтожили его ракетным ударом. Теперь это территория Чана. Если от нашего флота что-то осталось, то они теперь как слепые котята. Я понимаю серьезность ситуации, капитан. Тем более нужно быть осторожнее. Включать ее в состав отряда? Ирландцу это не понравится. Ирландец не видит всю картину в целом. У нас чрезвычайные обстоятельства. Она отправляется с вами. Понятно. Ирландец хороший мужик. Я присмотрю за ним. Я ценю это, Пак. У вас явные задатки лидера, хотя путь вам предстоит еще долгий. Спасибо, капитан. Нам нужно что-нибудь знать об атаке на аэродром. Да. Приведите Рекера. Пак, Рекер, слушайте меня внимательно. Наши последние ракеты должны быть использованы по назначению. Атакуйте аэродром. Следите за землей. Дайте сигнал, если увидите их самолеты на предангарных площадках. Мы разбомбим их и пойдем дальше, на запад, через пролив. Вас понял, капитан. Нет ничего проще. Пак. Рекер. Возможно, вы не выживете, как и многие ваши друзья. Но другого шанса не предвидится. У отряда, который доберется до аэродрома и выпустит сигнальную ракету, будет всего 30 секунд, пока мы не устроим ракетный дождь. Вас понял. Не станьте еще одной цифрой в статистике погибших. Хана. Пошли, Рекер. Вперед, морпехи, вперед! Приказ капитана, ирландец. Куда это ты собралась? Я вызвалась добровольцем. Добровольцем? А кто разрешил? Капитан Гаррисон, разговаривайте с ним. И вы все об этом знали? Вы китайский знаете, сержант? А вам-то какое до этого дело, дамочка? Я лишь хочу помочь. Вы же меня поддержите. Я считаю, что это ужасная ошибка. От нее будут одни неприятности. Внимание всем! Сейчас будет говорить капитан Гаррисон. Бойцы на Валькирии, я знаю, что мы устали. Все мы страдали. Теряли друзей, любимых. Сделаем так, чтобы это было не напрасно. Шторм не дает вражеским самолетам взлететь. Но это ненадолго. Пусть остался только наш корабль. Но мы не позволим потопить себя без боя. Мы пойдем на запад. Мы нанесем удар по аэродрому под прикрытием шторма и обеспечим себе безопасный проход через Сингапурский пролив. Нам помогут скорость и смелость. Пусть этот шторм приведет нас домой. Всем привет, с вами Фогрест, и мы продолжаем проходить Battlefield 4. Это четвертая миссия Сингапур, и нам, как я понял, нужно разгромить аэропорт китайцев. Ну давайте попробуем. Это больше похоже на тропическую депрессию, чем на тайфун. Что такое тайфун? Вас призывают врага. Шторм или нет, этот план мы должны осуществить. Уже стреляют по нам, надо ближе к берегу, под холмы. Рекер, прямо впереди! Я вижу, что там прямо впереди. Да, еле по банам заехали. Фонарик вместе. Там кто-то есть. Поэтому верим. Сегодня. Аккуратнее, водильщик, не стреляйте по своим! А вот и наша подсерка. Еще меня не прицеливается. Ладно, поменяем, как обычно, здесь винтовку поставим. Здесь АУК, не могу из этого дерьма целиться. АУК.
укрытие! Ищем укрытие! Давайте идем за танком, что ли. Надеюсь, его броня поможет нам. Надеюсь. Взрыв будет. Где еще стрелять? Неужели? Ура! Машина, машина, машина. Молодец наш танк, что сказать. Давай, едь. С табром стою, брони нет же. Мост. Ладно, прорвемся. Вот я вижу надпись Чханхей Аэропорт. Ну давайте туда пойдем. Могу пройти, перепрыгнуть тоже. А, ну вот, как я его делал. Он на севере, в другую сторону, вон того шоссе. Вот, так вот. Почему этот рейкер первый все время ходит сюда? Связь лагает, ребят, почините что-нибудь. Как у меня интернет иногда. Грёбаная связь. Они должны починить все снаряжение. Сейчас их порошок сотрут. Наковальня 2, бегуну! Вы на подходе! Не сближайтесь с противником, прием! Сопротивляйся, что ли. Наковальня, повторите. Ну, бронетехнику у перехода. Нам сказали. Тихо, не стреляйте, тише. Вы, китайцы. Кто не умер, а? Что такие сильные? Как вот это вот назвать сейчас можно было? Стреляешь, попадаешь в стенку, тебе явно там стенки нет. Как вот так вот? Только тут, по-моему, такое возможно. Что за танк? Танк для слабаков, ребятки. Поднимемся повыше, что ли? Стримори красивое. Нет. Чуть цело, как ни странно. Где там кто-то? Это зенитка стоит, как я вижу. Даже две. Можно же взять ее. Но я надеюсь, ее не взорвут до моего прихода. Так, нельзя пройти. Плохо. Так. Попробуем его взорвать. Ага, попробуем. Скрипты, конечно, как обычно. Вон лодка тоже едет. Интересно, чья она? Они ж вроде ничейные, пишется. Гранаты. Ай, танк перегородил все, что делает-то? Ой-ой-ой, беда. На, в спину. Так нельзя делать, но...
не с вами. Неужели уничтожили дерьмо? Да не пойду я оттуда никуда. Что он делает? Анна, осторожнее! Дайте цель! Цель получил! Начинаю обстрел! Неужели? Перезаряжаемся! Так, патронов нет. Где патроны? Где патроны взять? Где-то там были, по-моему. К бою готовы! Фиг с вами. Будем надеяться, что недалеко осталось. Готов открыть огонь! Цель принята! Где тут? Кто тут сидит? Есть кто? Ну вот этого убийца. Я его, по-моему, впервые убью. Однако. Да, я его впервые убью. Никак нет! Нужна перезарядка! Как бы всех убить. Или нет? Танкисты умерли. Вы в порядке? Люк был открыт и чуть не сдохли от воздушного взрыва. Что произошло? Взрывная волна. Им повезло, что они живы. Давайте возьмем танк. Ладно, поедем. Юланец, как тебе это, крошка? Впереди свои. Он бегун. Бегун один на связи. Рад тебя видеть, водитель. Взаимно. Нужно продвигаться в город. Поехали. Держите свои сектора и прикрывайте наш тыл. Бегун один, бегун два, конец связи. Держите... Не дай бог наш танк сейчас уничтожит. Я не знаю, что сделать. Ну, в принципе, вот это можно уничтожить. С пару выстрелов. Прикрывайте нас о продвижении. Бегун два, назад, назад. Это слева. Бронетехника! Мне тут с РПГ вот могут попасть, например, да? Не видите это? Сейчас я его назад заеду. Идем до конца, могильщик. Направо, направо! Танк! Прямо по курсу! Еще разок. Тут парковка! Все, ура. Где парковка? А вот. Противник в гараже! Умри. Все. Это наш, да? Осторожнее, Рекер! Ой. Дорожное заграждение это. Это радиоуправляемое заграждение. Но мы можем его вырубить. Надо только найти пункт управления. Нет, это не наш был, оказывается. И берегись противника. Ладно, не умирай. Открывай эту хрень и валим отсюда. Танк. Убиваем этот танк по-быстрому, потому что мешаться сейчас будет. Не знаю, сколько времени с ним. Давай, давай, давай. Идем верным курсом. Ура. Надо только парк найти. Противник! Внутри торгового центра! Куда бежишь? Ну и где этот сраный парк?
Ой-ой-ой, иди отсюда. Да на тебе. Все, умираем. Это нехорошо. Мы почти одни остались. Тримор, бронетехника, с той стороны холма. Ой-ой-ой, мимо. Не смей стрелять. По курсу прямо. Так, попадание. Мимо. Попадание. Попадание. Ай-яй-яй. У меня тоже было попадание. Попадание. Сколько еще-то можно? Неужели? У нас 37 хп, ребят. Довольно-таки мало. Давайте-ка отрегенимся, что ли. Как-то я не хочу помереть. Так, терять. Пешком топать. Пока посмотрим. Небоскребы. Китай. Ой, ну можно потихоньку двигаться. Надо искать сейчас танк второй. И он тут был. Нет, он по мне не стрелял. А, вон. Вижу башню слева. Это аэродром. Я справа, вон. Ага. Или вы про вышку в аэропорт. Так, еще приехала. Куда теперь? Еще какая-то хрень. Бронетехника противника на площади. Так. Ползем нахрен отсюда. Я не знаю, что делать. Против Тунгуски. Это невозможно выжить. Все. Даже Сифора ничего нету. Все, я погиб. Смей сюда ехать. Не смей. Меня тут нет. Ты не знаешь, что я тут. Ты же знаешь, что я здесь-то. Где там здание-то? Бежим быстрее. Валим, ребята. Прыжок за бугор. Ложимся. Хилимся. Убегаем. Ничего. Фигня война. Чё я такой косой сегодня? Ну умри. Неужели? Так, главное воду не съехать. Это еще что такое? Кто это там с танка решил по нам пострелять? Всем что ли офигели? Тунгуску танком сбивать. Не, ну два танка, ребят, это уже совсем что-то жопа. Как минимум уже 4 было, еще и до этого я 2 убил. Еще и сейчас. Пора валить. Что-то дело сейчас взорвется. Нет, один танк. Значит, это вот эта тварь не стрелял. Умер. Ладно. Отлично. Прямо на танке сюда. Противник на лестнице! Лестница. Пройдем через эту. Я пешком пройду туда. Не беда. Слабые какие-то у вас китайцы. Чё, куда?
Чем ты стул пихаешь? Твой несчастный. Мост вон там. Нас осталось всего четверо. Нужно идти дальше. Там все как на ладони. Там никому не спрятаться. Нам нужен план получше. Тучи расходятся. Шторм стихает. Нам нужно спешить. Не нравится мне такая херня, вы спятили. Мы вчетвером против целой армии. Мы подробно обсуждали это задание с Гаррисоном. Он прекрасно знал о риске. Нет, это вы обсуждали. Обсуждали все за моей спиной. А в чем проблема? Не нравится, что у вас в отряде женщина? Женщины для меня не проблема, а вот лжецов не переношу. Пойдемте. Нам нужно выполнить задание. Подумайте о людях, оставшихся на Азиат сейчас спорит с ним. О всех тех, кого вы спасли. Они надеются на нас. Давайте, решайте там что-нибудь без меня. Черт! Помоги мне, Ра, не доверяй. Она что-то скрывает. Присматривайся. Идемте дальше, но побыстрее. Фигайся, ветер штачку переворачивает. Черт, его прижало! Там же как бы фургон стоит, по идее не нужно его снести. Черт, попал, толкай! Рука свободна! Контакт! Да что, блин, холод. Цели поражены! Чисто! Встаем! Ладно, назад в машине! По окраске окно! Хана, проверь ручной тормоз! На счет три! Раз, два, три! А Пак не мог, значит, да, проверить ручной тормоз? Надо уходить с этого места. Да-да, пронесло. Слишком опасно. Плывет что-то большое. Никто никого не оставит. Толкаем! Дай мне руку. Ты должен был освободиться. Почему не получается? Черт возьми! Он застрял, лямки! Он зацепился лямками! Ясно! Что это? Чертовски большой корабль! Что-то мне подсказывает, что они не смогут это сделать. Ну, я был прав. Так, что за завис? Ты что, это? Пика офигел, что ли? Машинка вдали уплывает. Мы тонем. Кусты. Беда. Конченая игра. Где? Ура. Блин, все целы? А где эта сраная? Она назвала сраный панк, она ему просто тише не верит. Ура.
быстрее шевелить. Мне сегодня вот рассказали историю, что в какой-то стране существует работа по очищению канализации. То есть тебя погружает как бы вот эту всю парашу, там с пакетами, порошком, дерьмом и так далее. И ты чистишь от засоров это. И туда даже бывает пускают туристов, не знаю. Видимо, иранцу эта работа оказалась по душе в данный момент. Ну, как обычно, к царю вперед надо идти. Что-то пойдем. Пар. Да? Так бывает? Что? Куда я сейчас должен плыть? Что мне делать? Что делать? Как все убить? Ребят, нужны идеи. Земная команда и несколько стрелков. И шел второй день прохождения. Одной только миссии. Все потому что мы провалились под текстуры. Ой, даже не знаю, с чего начать. Можно, конечно, всех расстрелять, но попытаюсь этого не делать сразу. Получилось, ладно. Значит, миссия. Он еще бегает. Кто это? Всех тут убил. Вверх по лестнице. Транспорт. Твою мать, ты не командир, Ханна. Ты что, взбеленился, ирландец? Взбеленился. Что за слово? Я тебе ничего не сделала. Ой, стоит, кстати. У нас доверие обычно зарабатывает. Я вот никогда не понимал, зачем Боингов вот эту хрень в такую вот красит круглую. Ну или не у Боингов вообще в самолет. Гипноз, да, там все дела. Можно как-нибудь пройти это незаметно, разве? Мне кажется, что нет. Что тут сидеть на каждом углу? Ужас. Ладно, пойдем в ту сторону, потому что я в левую когда ходил, я не мог пройти. Тихо. Спалил. Надеюсь, никто сейчас не пойдет. Ой. Прохода даже нет. Ну ладно. Не проблема, в принципе. Надо даже где-то засесть. Сейчас рванем! Осторожно, горит!
Держаться левой стороны. Там стрелять-то все. Тише. Мри. Она сейчас увижу. Подумайте ни о чем. Это сейчас было такое. Это ужас. Взрывы, взрывы. Огонь на подавлении! Нет. Я уже чую, что где-то тут конец. Такой замес нахил. Ай-яй-яй. Держи! Готово! Отлично, остался, нет? Да. Мри. Ой. Открывай ворота, Рекер. На тачке можно было поездить. Круто. Вон вы, машину! Они взлетают! Готов, пап? Я должен пустить сигнальную ракету! А какого хрена ты за рулем? Спецназ. Написано. Да. Поехали, поехали, поехали! На пулемете. Диверсию хочешь устроить? Еще раз! А вот они! Поехали, поехали! Едем! Кто за рулем? Случаем не ирландец ли? Очнись, черт возьми! Пак! Не смей, сука, умирать! Да не умрет. Ну же, черт побери! Не должен, по крайней мере, не знаю. Там этажом! Учай на самом-то! Какого хера? Ах, ты ж ёб! Чё мне врежет, вот прям уверен. Извини, Рекер. По-другому нельзя было. Вот тварь. Хана предала нас, короче. Такие дела.